И вот опять же про мотивацию. Ведь ну, Нефтекимика, да, действительно, еще шансы есть. Гол! Это шайба в ворота. Пересекла линию. Сейчас будут смотреть, возможно, с нулевого угла. Ну, Илья Ежов здесь, конечно, он пытался вообще увернуться от этого броска. Золотое правило вратаря. Летит мимо, не трогай. Но увернуться не удалось. И шайба попала как раз ему в щиток и упала вниз и пересекла линию ворот. Демидов, вот такой неожиданный гол забил. Ну, у нас много курьезов, да, получается, сегодня в первом периоде. Ну, а говорят, вот, а зачем бросают люди с нулевого угла? Вот за этим бросают. Ну, либо-либо, чтобы шайба отскочила от щитков вратаря.